Главное событие. Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. На церемонии были их дети, Гарри и Лиза, а также крестный Лизы Игорь Николаев. А что это у тебя за помада? Это гигиеническая. Гигиеническая. Гарри, а гигиеническая это какая? Это такая. В нашем интернете двойняшки лучше всех. Им 4 года. Папа Максим Галкин уверяет, что воспитанием в основном занимается мама, Алла Пугачева. График плотный. Дети участвуют в спектаклях на французском и английском языках. Занимаются в хоре, балетном классе. Лиза уже покушается на гардероб мамы. Это ровесница Лизы и Гарри, Нордвест. У дочки Ким Кардашьян и рэпера Канье совсем другой характер. Огрызается на фотографов, бьет младшего брата. Ким Кардашьян берет дочку на модные показы. Соседи не в восторге, но цель достигнута. Девочка привлекает не меньше внимания, чем Ким. Самый воспитанный ребенок – Харпер Бекхэм, но она и постарше – Харпер 6. Папа Дэвид Бекхэм берет девочку на футбол. Мама Виктория Бекхэм наряжает. Кто-то умиляется – вот Харпер лежит на животе у папы, а кто-то злорадствует. У худой Виктории такая пухлая дочка, к тому же до 4 лет не могла отвыкнуть от соски. Хороший свет. Залог успеха фотографии. Дети постарше заводят свои страницы в сети. 16-летняя Сонни Киперман похожа на маму, Веру Брежневу. В сети она показывает, как начинает карьеру в модельном бизнесе. Эпичный образ. На этой неделе внимание привлекла 17-летняя красавица Стефания Маликова. Папа Дмитрий Маликов купил дочке автомобиль почти за 4 миллиона рублей. Это подарок на совершеннолетие. Уже столько неодобрительных комментариев. А до дня рождения еще целых 3 месяца. И ты танцуй со мной. Зато какие крепкие нервы у звездных детей благодаря интернету. I